это тоже маленькое мелкое озеро, оно находится внизу. Мы уже в Тиберде. Здесь у нас завтрак. И после завтрака выходим на маршрут на Бадурские озера. Как тут красиво. Безлюдье. И горы в облаках. Единственное, что пасмурно малость. Мы заехали на рыбничек, купили дождевики. На случай, если ливанет. Я надеюсь, что к 11 распогодится. И будет жарко, будем раздеваться. Тряска такая.